обратить вас в христианство. Остерегайтесь с ним. То, что вы никогда не живут, не будет вам на хлебе. То есть он взят, а не все время цели. Это не куда, не уйдем общине. Это время, где вы чудовы. По телевизору, когда мы все время почему вы не так. А вторая человек, я буду хранить вам открыл. Вы здоровы. Дорогие родители, осторожно. Проходят по домам христианские миссионеры. Если не живут, христианские не живут. Мы хотим обратиться.